Подольск, Московская область, 26 АВК, Эрспорт, Анатолий Самохвалов. Главный тренер Екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко вернется в расположение команды к игре чемпионата России по футболу с грозненским «Тереком», заявил агентству «Эрспорт» советник президента «Уральцев» Александр Тарханов. Во вторник белорусские СМИ сообщили, что Гончаренко покинул «Урал». В то же время некоторые букмекерские конторы перестали принимать ставки на встречу седьмого тура чемпионата «Урал», «Терек», которая состоится в Екатеринбурге 28 августа. «Мы обсудили эту тему с президентом клуба Григорием Ивановым, Гончаренко к игре с «Тереком» вернется. Сам руководитель клуба не знает, в чем причина отъезда тренера», — сказал Тарханов по телефону. Пока команду готовят помощники Гончаренко. Григорий Викторович сейчас в деловой поездке и вернется в Екатеринбург в четверг, выяснит причины отъезда тренера, а причин для этого не было, и примет решение. У Гончаренко контракт и его отъезд стал для всех в клубе неожиданностью, рассказал Тарханов. По словам собеседника агентства, намеки на сомнительный характер грядущего матча беспочвены. Для «Терека» это неприемлемый вариант, и «Урал» никогда не был задействован в таких играх, обратил внимание бывший тренер обеих команд. Эта шумиха очень действует на футболистов, и теперь каждая их ошибка в этой игре будет общественностью вызывать сомнения. Я был в Совете РФС по выявлению договорных матчей, на нашей практике букмекеры не раз убирали ставки с матчей, которые на самом деле были честными. И сами букмекеры потом признавали, что получали неправильную информацию, добавил Тарханов.